Всем привет, с вами Низамов Илья, и в данном видео я покажу свой кейс по разработке мобильного приложения. Данное мобильное приложение — это у нас аналог 1С заказы. Многих клиентов мобильное приложение 1С заказы не устраивает, и они заказывают мне подобные приложения с функционалом, строго заточенным под их нужды и более оптимизированным обменом. 1С заказы все-таки достаточно универсальное приложение, и там подтягивается много данных, которые, в принципе, может быть на мобильном приложении и всем не нужны. Здесь, как видите, вот справочник, допустим, большая часть реквизитов не переносится, поскольку они нам не нужны. И с помощью XDTO объектов мы совершенно делаем обмен, который как раз более оптимизирован по количеству передаваемых данных. Также и в документе заказа у нас много реквизитов, которые отсутствуют по сравнению с основной базой. И реализованы формы подбора и консолидированные регистры, в которых у нас хранятся цены, остатки, задолженности, соглашения, скидки и состояние заказов клиентов. Эти регистры у нас нужны также для оптимизации обмена. И, в принципе, полный просчет происходит именно в центральной базе. Вот так выглядит мобильное приложение backend, то есть серверная часть, находящаяся в центральной базе, выполнена в виде отдельной подсистемы. Здесь у нас несколько общих модулей. Один привилегированный, в котором используются подписки на события. Добавлена роль мобильный пользователь для работы со всеми объектами метаданных данной подсистемы. Подписки на события, фиксирующие изменения документов, справочников и регистров типовой конфигурации. И добавлена функциональная опция, позволяющая полностью отключить данную подсистему. Вот наш XDTO пакет для обмена с мобильным приложением. Здесь у нас описаны все объекты, с которыми мы ведем обмен. Реализован HTTP-сервис, через который у нас происходит обмен. Здесь у нас функция регистрации, синхронизации, отправки имейлов и проверки связи. Вот сама константа, которая позволяет нам включать либо отключать подсистему полностью. Добавлены перечисления, необходимые для функционирования, обработка администрирования. И вот эти регистры, в которых у нас хранятся итоговые остатки на текущую дату по ценам, остаткам, задолженностям. Ну, давайте теперь покажу, как это выглядит в пользовательском режиме. У нас есть несколько заказов по менеджеру. Есть подсистема мобильное приложение. Здесь у нас есть журнал результатов. Это у нас для того, чтобы можно было посмотреть ошибки. Есть мобильное приложение. Это у нас план обмена. Вот здесь у нас включается или отключается константа, отключающая данную подсистему. И для начала нам необходимо зайти в мобильное приложение, добавить новый узел. Наименование можете указать любое. Можем указать, с какой даты будут выгружены документы на мобильное устройство. Указываем префикс на мобильном устройстве, пользователь, под которым будет авторизован на мобильном устройстве, и параметр, который будет подставляться в заказ у нас на мобильном устройстве. В принципе, схоже с 1С заказы. Есть у нас обработка администрирования. Здесь на первой вкладке у нас настройки, необходимые для фильтрации, для создания заказов в программно, то есть подставляются какие-то данные, фильтруются какие-то данные, указываются скидки, которые учитываются на мобильное приложение, указывается актуальная версия мобильного приложения. Здесь у нас консолидированы цены, можно сделать общее обновление и с помощью также подписок на регистр сведений эти данные здесь обновляются. Здесь указаны у нас скидки, которые применяются у нас у партнеров, и состояние заказов. Здесь пока пусто, но когда мы будем производить обмен, здесь уже будет все заполнено. Здесь только хранятся итоговые состояния заказов, чтобы не тянуть всю историю на мобильное устройство. Вот у нас есть фотография с QR-кодом,
Теперь открываем планшет. И первое, что нам предлагает, это ввести данные для подключения к нашей базе. Мы сканируем QR-код. QR-код отсканирован. И параметры подключения к нашей базе у нас заполнились. Теперь производим регистрацию устройства. В этот момент происходит подключение к центральной базе под нашим пользователем Иванов. И регистрация успешно завершена. Теперь необходимо произвести полный обмен. В результате полного обмена переносятся документы, справочники и все необходимые данные. Цены, остатки первоначально на, ну, как бы создается такой образ на мобильном устройстве. Все, полный обмен у нас завершен. В принципе, его делать больше мы не будем. Обновляем список заказов и видим наши три заказа. Кстати, в левой колоночке квадратиками у нас обозначены статусы цветными. И вот здесь у нас есть меню с документами, справочниками. Допустим, вот можно посмотреть настройки, под которыми мы отсканировали QR-кодом. Здесь у нас есть перейти, можно вкладочку обмен и сделать повторную перерегистрацию или опять полный обмен. Посмотреть текущую сборку можно приложение, очистить базу. Можно зайти, допустим, по программе, посмотреть версию мобильной платформы на 8.3.14 в данной разработке. И перейдем в начало. Здесь у нас есть наши заказы. Давайте зайдем в заказ. В принципе, напоминает форму заказа на стационарной платформе. Здесь можно поменять, допустим, статус клиента, контрагента выбрать. В принципе, все то же самое, все, что делается в основной базе. Можно сделать подбор товаров и оформить доставку. Все данные были перенесены с центральной базы мобильного устройства, необходимые для оформления заказа. И вот мы изменяем статус нашего заказа. Нажимаем кнопку обмена. У нас происходит обмен документами. Он у нас прошел удачно. Теперь, если перейти в центральную базу, обновить список, видно, что у нас текущее состояние поменялось. Вот у нас статус теперь в резерве. Меняем его на к отгрузке. И сейчас я покажу, как обрабатываются коллизии в данном мобильном приложении. Возвращаемся обратно к нашему мобильному приложению и просто зайдем в наш документ и перезапишем его. Нажимаем кнопочку «Готово». Галочка справа указывает на то, что у нас документ сейчас будет выгружен в центральную базу. Нажимаем «Обмен». Происходит проверка документа, и пользователю выходит сообщение. Пользователь сам решает, где документ будет изменен. Либо в центральной базе, либо в мобильном приложении. Либо ничего делать не будет. Мы изменили его в центральной базе. Возвращаемся в центральную базу. Зайдем в документ. И посмотрим. Статус у нас был к отгрузке. И вернулся обратно статус в резерве, который у нас был на мобильном устройстве. Теперь мы опять установим статус к отгрузке. И если теперь у нас вернуться на мобильное устройство, сделаем синхронизацию. Теперь мы уже получили документ из центральной базы на мобильное устройство. И зайдя в документ, мы видим статус к отгрузке. И по желанию клиента в этом статусе изменить документ нельзя. Тут полностью документ заблокирован для менеджера. Давайте создадим новый заказ. Добавляю, нажимаю плюсик. Выбираю клиента, автоматически подставляется контрагент, соглашение, организация, склад и дата отгрузки высчитывается. Переходим на вкладку товары, нажимаем подбор. Здесь у нас есть несколько групп товаров. Товары у нас также раскрашены. Раскраска делается в основной центральной базе. Цвета переносятся также. Вся расцветка переносится на мобильное устройство. Здесь у нас автоматически высчитывается скидка по партнеру и проставляется адрес доставки. Сохраняем документ и производим обмен. Документ у нас отправляется в центральную базу. Он успешно отправлен.
Теперь, перейдя в центральную базу, мы можем обновить список и увидеть наш новый документ. Вот наш новый документ. В принципе, теперь вы можете обрабатывать его в центральной базе, менять статусы. Вот такой вот обмен реализован и такое вот создание заказов. Также на мобильном устройстве по желанию клиента было реализовано масштабирование списков. То есть вы можете установить необходимый масштаб, и как видите, списки изменяются, потому что планшеты разные, разрешения разные. Такая достаточно удобная функция. Верну обратно масштаб на 100. Применю. И также я сейчас покажу, что с мобильного прямо устройства можно произвести отправку счета. Нажимаем счет. Показывает, кому будет отправлен счет. Нажимаем да. Немного ждем. В это время в центральной базе создается исходящее электронное письмо и отправляется к контрагенту с помощью регламентного задания. Это мой электронный адрес был указан. Счет успешно отправлен к контрагенту. Надо будет немножко подождать, пока регламентное задание выполнится. И, соответственно, теперь, перейдя в электронный ящик электронной почты, у меня пришло письмо с вложением. Вложение у меня PDF-ка со счетом. Если вас заинтересовало подобное приложение, вы можете мне его заказать. Все необходимые контакты вы можете найти в описании к этому видео. Всем удачи, пока!